закрывает, и она... Значит, это... Сегодня 27 июля 2017 год. Сейчас Земля будет закрывать нашу Луну, да? Произойдет затмение. Время уже сколько там у нас? 24 минуты. Вот. Начало пошло. Собаки аж лают, смотри. Вдалеке слышно. Эй, ты куда пошел, кисюля? Нельзя туда. Киса, упадешь. Ну ладно, кошки живучие, не упадет. Нельзя. Идет, смотри, туда. Вот немножко пошло закрывать. Вот она, видите, вдалеке как. Конечно, плохо видно. А так прям темные. Видите? Тень прям. Вот. Я буду нажимать паузу. Наблюдать. Потом опять включать. Потому что это очень долго зрелище. Вот, видно уже, как она закрывает чуть-чуть луну. Так, вот так уменьшим. Ну, издалека, видите, как видно. Скоро будет пролетать МКС. Может, увидим тоже. Где Луна? Видишь, вон там снизу красненькое пятнышко есть. Это Марс. Да, это маленький Марс. Прямо напротив. Но только у меня что-то не видно его здесь. Это увеличим. Приближаю камеру. Сейчас прям перпендикулярно ей должно быть. Не видно. Нет. Так, где наша Луна? Сейчас поищем. Вот, уже почти больше Луны закрыла. Только здесь почему-то не видно так хорошо, она половину закрыла. Вот, видите, издалека, как видно? Она закрыта. Слушай, а там справа что? Это МКС, что летит уже? Нет. Почему-то он у меня пока справа. Звезды. А, это фонарики. Фонарик. А вот красный не видно, вот посерединке прям должен быть. Марс не видно. Слушай, а ну мне-то вообще не видно, как там у тебя закрывает эта Луна. У тебя еще больше закрыла, а у меня-то вообще маленько закрыла. Прикинь. Вот там МКС летит. МКС, где я сейчас? Солнце. Я найти должна. Неужели его не увижу тут? Покажи мне, покажи. Следующий. Огни города сейчас видны. Давай, давай, давай. Смотри, вот он. Смотри, Сэм. Нет, я его не вижу. Думала, вот увижу. Вот он пролетает, видишь? Самир, иди сюда. Ну-ка, покажи нам. Где она пролетает? Вот красная здесь. Точка мы. Я поняла, сейчас. Вот, вот. Красная точка это мы, а вот это МКС. Вон он, вон наверху, видишь, вон как звезда. Она, смотри, большая. Только здесь у меня не видно, видишь? Его. У меня только Луну видно. Я, собаки воют-то. Как эти волки на Луну, да? Видишь МКС? Вон он, летит МКС. Вон он. А это Луна. Да, у меня только Луна показывает. Смотри, как быстро летит. Все, смотри, сейчас в одной точке все станут. Луна, значит, снизу, Марс будет и МКС. О, я нашла МКС, ура, он у меня видит. Вот он движется. Вот я держу ровно, прямо. Вот, Луна в одном месте стоит, смотри, МКС движется влево. Вон там красная точка, вон стоит. Сейчас я посмотрю, если красная точка видна снизу. Видно? Нет, она мне не видна. Ну, а это МКС уже улетел. Да. Где он? О, нашла. Это красный Марс, что ли, да? Это Марс, да. Смотри, на небе уже почти Луна закрылась, а у меня так и не показано, что она вся закрылась. Что-то пауза стоит. Бум.
Чуть-чуть осталось, да? Эй! Да не. Маленький-маленький остался. Смотри, она мне так и показывает.